Лицо можем закрыть потом, зарисовать. Да. Можете, если надо. Да, если хотите. Да на всякий случай. Потому что потом к семье никто претензий не было. Я что хочу сказать. Я сам на 30-й шахте живу. Прошел сюда, в церковь. Поставить за упокой Александру Турчинову, Петру Порошенку, Юле, этому Арсением всем, Авакову и этому Авакаваковичу, и этому Хрену. Лешко. Как его, Кролику. И сейчас, потому что я сейчас волнуюсь и не помню всей этой нечисти, за упокой. И анафему с волочам, я подговорю, буду, пройду еще по всем священникам, у нас три в городе церкви. И сам, если те не захотят, пропою им анафему с волочам. Вот. Кто пришел на нашу землю, тот на нашей земле и ляжет. Мы к вам не ходим, и мы не идем вас убивать. И вы нас, сволочи, не освобождаете. Вы нас убиваете, убиваете детей, убиваете наших стариков и всех остальных. Если американцы говорят, что допустимо применять тяжелое вооружение в отношении мирных жителей, им тоже анафема этим католикам срама. И я, вы представляете, я удивляюсь и возмущаюсь, как может быть объединена Украина, когда эти капелланы, католики, это же по католическому календарю идет, сделали, благословляют православных, эти капелланы, греко-католики, на войну вот этих вот засранцев, которые здесь лежат. Вы все здесь подохнете в нашей земле. Кто на нашу землю придет здесь, тот и ляжет. И вы нас не освобождаете. Я смотрю по телевизору. Ребят, я сейчас могу наговорить кучу какой херни, потом сделаете монтаж. Потом смотрим. А вот смотрите, вот пленный, как вы считаете, как с ним нужно поступить, что с ним нужно сделать? Расстрелять, чтобы больше... Я представляю, я очень удивляюсь, когда эти сволочи зашли в Красный Лиман и побили этих... Все в госпитале. В госпитале. В госпитале всех постреляли. В госпитале всех постреляли. Я возмущаюсь. Врачей почему? Постреляли. Постреляли всех. Русские этих вылечили. Ну нет, я и отпустили их обратно. Где-то они же опять идут нас убивать. Их или в плен на вечное поселение туда, блядь. Или в эту самую. Или расстреливать этих сволочей. И не надо идти к нам, сынок. Нас убивать, мы к вам не идем вас убивать. Вы здесь все подохнете. Подохнете. Господь вам этого не простит. И ребята, они ж отказались от ленты от Георгиевской. Они ж охулили Георгия Победоносца. Представляете? Осквернили такого великого святого, великомученика. Колорадами нас называют. А теперь, да, их из-за этого самого называют колорадами. Вы все. Он вам за это отомстит. Он вам уже мстит за то, что вы его охулили. Вы богохульники. Вы ходите в церкву. Сынок, ты курей рубал? Рубал? Вот так и тебе голову отрубят, блядь. Твари. Его сжечь надо, блин. Сжечь? Его сжечь надо. Живым сжечь. Живым. Как и оте легли, чтоб там у них разницы между ними не было. Твари. Невест, до невестки. Острелы чуешь, не? А? Так твои земляки стреляют. Ото пострелы, чув? Землячки твои стреляют. Може, сусіднього села. Сынок, тебе сказали, что вы идете нас освобождать? От кого? От кого ты нас освобождаешь? Вы убиваете нас, вы убийцы, вы сволочи. Все так думают. Или только ты один так думаешь? Что киваешь головой, соглашаешься со мной? А? Я так не думаю. Да это он сейчас соглашается. Если бы они прорвались бы, он бы стрелял нас, не задумываясь. Не задумываясь. Не задумываясь. Нет. Ты, блядь, иди, ты так, батя, не надо. Вот, вот. Нельзя то, нельзя это. Можно. Ну что ты скажешь в оправдание свое? Это он не один.
Вот сейчас отнеси к убежищу, его просто там убьют, на клапки порвут. Да порвут, порвут. И то, даже что он раненый, у меня к нему жалости нет. Я бы тебя бы в гробу хотел бы видеть, и всем... Да, вы знаете, по телевизору показывают, в Киеве падла вот такая вот, прощается с ребенком, у него спрашивают на камеру, куда вы идете? Я еду защищать своего ребенка. От кого? От кого, сволочь, ты едешь защищать своего ребенка? Твоему ребенку одна проблема в голове, одна в голове, чтобы дождаться тебя в гробу. А нашим детям здесь надо еще выжить. А вы, суки, идете нас защищать, падлы вы хлебаные, а? Освободители хуевы. Ух ты, блядь, разбомбил бы. Сепаратисты напали на пост. Да. Отбили, сепаратисты погинули, 12 человек. Серед силовиків втрат немає. А хуй тебе в сраку. Чтоб голова не качалась. Спасибо, батюшка. Я это взял бы, застрелился, чтоб помочь им, чтоб хоть одного террориста, блядь, убили нахуй. Тварь ты хренова. Если не дай бог выживешь, вот так всем падлам. Да не выживет он. Так, чтоб... Ну, прикольно. Продал сепаратизм. А мы видим.